Конечно, трудно себе представить, что рекламировать кремы от морщин будут женщины с кожей, как у Шарпея. Но все к тому идет. Крупному производителю омолаживающей косметики запретили использовать изображения Джули Робертс и Кристи Тарлингтон по той простой причине, что на них женщины выглядят неправдоподобно молодо. На самом деле Джули сейчас 44 года, а Кристи 42. В рекламе же им обеим не дашь и 20. Несоответствие больше всего задело депутата либерально-демократической партии Джо Свинсон. Она обратилась в организацию по стандартизации рекламы с жалобой, в которой указала, что изображения актрисы и модели вводят ее в заблуждение и вселяют комплексы. Производитель косметики не стал отпираться и признал, что фотошоп для производства рекламных постеров действительно использовался. Как бы иначе удалось сделать кожу Джули Робертс и Кристи Тарлингтон безупречной? Тем не менее, фирме запретили в будущем обрабатывать фотографии. Так что, если вы когда-либо испытывали комплексы, глядя на красоток в рекламе, можете теперь расслабиться.